Всем привет, продолжаем смотреть интересные картины. Картина «Несение креста». Будапешт, музей изобразительных искусств, написано на дереве, дуб, 47,6 на 39,7 сантиметров. Северо-нидерландский художник, первая четверть 16 века. Интересная картина. Картина написана гризалью. А гризаль – это техника живописи, в которой тон передается с помощью цвета. Этот прием часто используется в крупных произведениях для передачи объема скульптурного изображения, информации. В монохромном сером цвете, однако руки и лица странным образом переданы весьма натуралистично, телесным цветом. Действующие лица находятся на возвышении, обнесенном каменной оградой. В центре, пересекающих композицию диагонали, находится согбенная фигура и измученное лицо несущего крест Христа. Сюда обращены взоры Симона и двух вооруженных слуг. На темном заднем плане вырисовываются очертания схематически замеченных зданий. Обобщенная манера письма и характер драпировки указывают на то, что картина была создана в первые десятилетия 16 века. Раньше картину считали созданием южно-нидерландской школы живописи, однако после исследований решили, что это произведение северо-нидерландского мастера, работающего под влиянием Лукаса ван Лейдена. Обобщенное написание одежды, подчеркнутые мотивы движения и типы голов напоминает фигуру на ранних гравюрах великого лейденского художника. Вот так написано в книге издательства «Карвина», ранее нидерландская живопись, о картине «Несение креста», которая находится в Будапеште. В музее изобразительных искусств ее приписывают северо-нидерландскому художнику первой четверти 16 века. Интересная картина. Пока-пока. До свидания.